Всем привет, дорогие друзья! С вами Сергей Симонов и канал Добра и Позитива приветствует вас сегодня. Ну, что я могу сказать? С утра, короче говоря, я включаю компьютер, смотрю новости, просматриваю сообщения ваши ВКонтакте и вижу такое сообщение. Канал Ваномаса забанен, Сергей, выручай, помогай, ты в курсе, не в курсе, типа, что делать? Потому что я прекрасно понимаю, что у меня очень много на канале, скажем так, подписчиков и Ваномаса в том числе, потому что Ваномас, чё греха таить, он меня один из первых, кто меня поддержал, помогал, раскручивал мой канал. Это один из первых, с кем я встречался, сделал обзоры на тачки. Ну, вы сами все прекрасно видели, да? У меня очень много видео с ним есть. И что, конечно, я этим всем расстроен, конечно, меня это немножко удивило, потому что у канала Ваномаса больше 100 тысяч подписчиков, большая аудитория, конечно, он противоречивая натура, сразу хочу сказать, у него нету тех людей, которые к нему, давайте, наверное, все-таки крышу закрою, потому что дождик накрапывает. Я хочу что сказать, что у Ваномаса нет тех людей, которые к нему относятся либо там нейтрально, да, скажем, либо они его любят, либо они его ненавидят. Вот так сложилось. Я что хочу сказать, что, зная Ваномаса лично, я считаю, как никто, могу давать ему какую-то оценку и какую-то вот его, ну, скажем так, давать какое-либо мнение свое, потому что я его знаю лично. Мы с ним общались, встречались, созванивались. И сегодня я тоже ему позвонил, вот, но, видно, он просто еще, наверное, не готов как бы комментировать все это дело. Да, конечно, я с ним еще переговорю на эту тему. Не знаю, что он мне ответит. Я, честное слово, хотел, конечно, сначала ему позвонить, поговорить, а после этого записать видео. Но понимаю, что, может быть, он не ответит, а может быть, даже пройдет довольно-таки большой отрезок времени. Тем более, я сейчас не в России, не в Москве, поэтому решил записать видео без его, как бы, без его разговора с ним, да, то есть, ну, наверное, это неправильно. Я что хочу сказать, что я... Привет. Как уже сказал, встречался с ним лично и считаю, что Ваномас, он реально очень правдивый человек. Потому что если ему что-то не нравится, он вот не будет говорить и не будет кривить душой. Он скажет, как есть. И я это видел в нескольких вариантах, в нескольких ситуациях, в нескольких случаях, да. Я что хочу сказать, конечно, у Ваномаса это уже не первый раз, его канал удаляли видео, вот, я думаю, что он знает, как себя с этим, как себя вести в этой ситуации, он знает, как писать апелляции, он знает, как, что нужно делать, поэтому я думаю, что для него это не новость, вот, поэтому, конечно, я хочу сказать, что, наверное, он с этой ситуацией справится, и я думаю, что в ближайшее время мы Ваномаса увидим. Просто существует некая процедура в Ютубе, там, кто не знает, что когда приходит вот такое вот сообщение о том, что канал забанен, то есть нужно писать апелляцию, в течение 2 недель ждать. Поэтому давайте, наверное, дождемся этого окончания этого периода, и тогда уже сделаем какие-то выводы, что к чему. Вообще, я хочу сказать, что Ваномас, конечно, он дерзил, рычал, и на своих подписчиков тоже, и делал противоречивые, что ли, ролики, да. Я не берусь давать ему оценку, и не берусь ему давать какие-то, знаете, нравоучения. Я лишь скажу так, что у него своя позиция, что ли, в Ютубе, да. У него свой образ. Как я уже всегда и говорил, и про Серегу Гесса то же самое. Кстати, канал которого тоже забанили. И канал Индианы тоже забанили. Потому что я считаю, что, конечно,
ну не нравится тебе, если канал там вот этого человека, да, ну мне кажется, проще просто переключить кнопку и не смотреть его, нежели делать какие-то пакости. Ну это лично мое мнение. Я тоже с многими вот вопросами не согласен, но я же не даю там и не кричу, и не бегаю там не везде. Ну не нравится, ну не нравится. Спи, моя красавица, правильно? Что-то Вика хочет добавить еще. А я хочу сказать, что Ваномас, он очень умный, и наверняка он сделает выводы. Кстати, Вика его видела, Ваномас, почему она тоже говорит. Мы, когда записывали очередной ролик про тачки, Вика, мы общались, мы сидели в машине, мы долго разговаривали. Вот на тебя какое впечатление произвело Ваномас? Ну, так, за кадром, понятно. За кадром умный, толковый парень, у него свое амплуа, как бы на экране. Он там в свое время свою фишку поймал. Сейчас такие фишки как бы не проходят, потому что все-таки культура, она фильтруется. Да, 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 да. Но люди-то разные. Это он нашел свою аудиторию, которую, конечно, я немножко тоже не поддерживаю. Все-таки я более такой... Ну, ты с женской точки зрения говоришь. Я скажу так, что Ваномас это и понимал прекрасно. Поэтому стали появляться обзоры на тачки, стали появляться какие-то новые темы, потому что он прекрасно понимал, что нужно что-то менять, нужно что-то куда-то вот в сторону уходить, там делать что-то вот другое, да? Я просто это знаю, реально. Вот, поэтому я думаю, что Ваномас с этой проблемой справится, а если не справится, то откроет новый канал. Насколько я знаю, что у Ваномаса есть второй канал, просто надо будет на него наверняка какие-то просто сделать ссылки там, или ему там сделать больше рекламы и пиар на, именно на этот канал. Вот, поэтому... Я думаю, что, в принципе, ничего страшного не произошло. Мне еще кажется, так как он человек умный и наверняка образованный, да, с возрастом все равно взгляды и меняются. Это нормально. Это нормально. И просто резко перейти с одного амплуа на другой, конечно. Да. Ну что, дорогие друзья, в принципе, и все, что я вот хотел вам сегодня... сегодня рассказать про вот эту ситуацию. Так что пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Как я уже сказал, и канал Сереги Гесса забанили, и Индиана забанили. Вот. Но вот, к сожалению, это иногда происходит. Вот. Жалко, конечно. Вот. Но я думаю, что Ваномас, как никто, он человек опытный в этом. Я думаю, что он справится. Я верю в это. Все. Добра и позитива. Чао. Пока.